Каждое утро я получаю цветы от незнакомца. Я не сразу поняла, что цветов всегда оказывалось четное количество. Но кто это делает, я не знаю. И не знаю, что будет дальше. На колени. Чего? На колени перед девушкой. Что ты хочешь? Если убить меня, сделай это безболезненно. Спокойной ночи, принцесса. И, наконец, снимает капюшон и смотрит на меня в упор. Кто ты? Твой поклонник. Он снимает ее с недавних пор. Всегда находится рядом. Ты будешь моей девочкой. И что ты мне предъявишь? Воровство. Ты своровала мое сердечко. Он понимает, что Ангелина сводит его с ума, но не собирается признаваться в этом Габриэлю. Покрепче влюби в себя убийцу своего брата, друг. Те, кто поставит на месть, проиграют. Он влюбил ее в себя, но убить Ангелину не сможет. А потом Ангелина сказала, не оборачиваясь, что любит его. И он опустил руки. Понял. Что угодно, только не убить.